Спасибо, что вы с нами и смотрите нас. Кто еще не знает, мы Климова и Наталья. И Сергей. Мы являемся организаторами детского праздника «Карнавал колясок», который будет проходить в городе Комсомольск в третий раз. Мы молодая и дружная семья, которая не ждет, а делает для себя праздник. И в очередной раз мы делаем всеми любимый детский праздник «Карнавал колясок». Этим праздником мы хотим, чтобы вы в семьях стали ближе друг к другу. И помним, что вы – это одно целое, всегда и везде, а не только за ужином или возле телевизора. На улице весна. Так пусть же ваши цветы жизни получат массу воспоминаний и удовольствия, а также вы с ними море позитива и хорошее настроение. Мы приглашаем всех желающих поучаствовать вместе с нами. И напоминаем, если у вас есть любой детский транспорт, то, дорогие родители, включайте свою фантазию, наряжайте, украшайте, создавайте разные образы. Например, колесница, автомобиль, корабль, самолет, камин. Камины. И поспешите на регистрацию. Заполняйте наши анкеты, которые вы видите в группах наших. Также, кому нужна помощь, обращайтесь, мы всегда рады вам помочь. И еще одно, у кого есть какие-то идеи или предложения, вы знаете, как нас найти. До скорой встречи! До свидания!